Добавив несколько шариков и ярких картинок, кроссовер превращается в паровозик из Ромашково. И привез он хорошее настроение. Любимые мультперсонажи, клоуны веселили мальчишек и девчонок на детских площадках в деревне Кабаново. Это новая анимационная программа от Центра культурного развития юбилейной города Дрезна, которая путешествует по населенным пунктам округа. Идея пришла неожиданно в голову, когда вдруг заиграла музыка на детском мероприятии «Паровозик из Ромашково». И мы вспомнили, что у нас есть вот такая большая машина, которая запросто может стать настоящим большим паровозиком из Ромашково. Совершил паровозик уже 5 выездов по детским площадкам Дрезны и Кабаново. В туристическом плане артистов посетить еще несколько населенных пунктов – деревни Севастьяново и Юркино. Мы ждали этот праздник, очень рады, что у нас в Кабанове его проводят, потому что детишки ждут с нетерпением. Наши дети развиваются, веселятся, отдыхают. Спасибо большое «Современнику», артистам. В конце августа сотрудники планируют повторить свое путешествие, но на этот раз кроссовер станет пиратским кораблем и погрузит ребят в морскую историю. К празднику присоединились и сотрудники госавтоинспекции, которые провели для ребят минутку безопасности. Рассказали юным жителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Особый акцент на использование светоотражающих элементов в одежде.